преддверии новогодних праздников председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова навестила семью участника Великой Отечественной войны Николая Николаевича Чепуренко. В свои 95 лет он бодр, весел и позитивен. Вместе с супругой Ольгой Дмитриевной идут по жизни более 70 лет. И по-прежнему уважают и любят друг друга. Остался в них и юношеский задор. Здоровья вам! Спасибо. Ну что, споем песенку про Новый год? Да. Ну давай, 3-4. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Татьяна Одинцова вручила участнику Великой Отечественной подарки и пожелала супружеской чете здоровья и долгих лет жизни. Мне очень приятно, что человек – образец доброжелательности, мудрости, жизнерадостности. Самое главное, они с супругой вместе уже 72 года. Рады, любят и дают мудрые советы. Конечно, им было приятно сегодня получить сладкие подарки от партии «Единой России», от главы Андрея Робертовича Иванова, от Совета депутатов. Желаем долгих лет жизни и счастья в новом году. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».